Здравствуйте, уважаемые зрители. Хочу предложить вашему вниманию немножко необычный стример, но достаточно уловистый по нашей белой рыбе, по хищнику. В том числе есть сведения о том, что на нашем Днепре он поймал ни одного сазана. Выполнен он, как вы видите, из меха песца с огрузкой глазки-гантельки. Спереди вот так, сверху, сбоку. Приступим к вязанию. Крючок я взял фирмы Strike. Вот такие. И подготовил глазки-гантельки для того, чтобы наш стример шел немножко глубже. Делаем крепление для глазок немножко в необычном месте, так как здесь у нас будет находиться сама голова. Добавим немножко клея. И закрепим наши глазки восьмерочкой. Еще чуть-чуть добавим клея. Чтобы глазки не прокручивались. Так. И переводим нашу нить за глазки. Доводим до загиба. Здесь начинаем крепить хвост. Хвост у нас будет одного тона. Я его буду делать в персиковых, вот с такого песца. Беру пучочек, выйдет жирный, но уберем подшерсток и почти ничего не останется. Немножко промажем клеем. И прихватываем наш хвостик. Хвостик должен быть по длине равен длине крючка, может чуть-чуть больше быть. Как ни странно, ребята были на Днепре и на такую мушку ловился сазан. Теперь добавляем немножечко наших блестящих элементов. Плоского люрикса. Стороны переламываем и крепим с другой стороны. Добавим еще.
Люрикс, как в моем случае был, не является излишеством, потому что в той мушке, которую я изготавливал, там вообще почти все было выполнено. Весь хвостик из люрикса, потому что рассчитывали ловить судака. Промотали. Теперь добавим еще немножечко клея. Закрепим нашу конструкцию. И теперь я на месте крепления нашего хвостика сделаю из этого же меха даббинговую веревочку с добавлением нашего блестящего люрикса. Вот такого. Тоже возьму такого розово-оранжевого цвета. Как вы потом заметите, большой роли не играет, каким цветом и как мы будем закрывать эту часть, потому что ее в большей степени мех закроет. Вот так вот достаточно. Теперь просто без добавления какого-либо люрикса промотаем до глазок. Чтобы создать утолщение. Даббинг может быть белый, оранжевый, желтый. Доходим до глазок, проматываем еще раз хорошо и нить отводим за глазки. Теперь для продолжения вязания мушки мне понадобится черный, также красный и немножечко, наверное, возьмем мы зеленого песца. Весь смысл будет заключаться в следующем. Мы сейчас берем небольшую, вот приблизительно вот такую прядь зеленого песца. Убираем подшерсток и берем, проматываем так, чтобы наш песец был по краям. Вот так даже разводим. Закрепили. Подтянули немножечко. Вот так. Вот приблизительно так должна выглядеть конструкция с зеленым нашим мехом. Промажем для крепости. И промотаем. Теперь уже хорошо крепя наш
мех на две такие пряди. Теперь мы берем с вами мех черный песца, хорошую такую щепоточку, вот приблизительно вот так убираем подшерсток. И наш мех крепим сверху над зеленым. Подтянули немножечко. Не даем ему уходить так, чтобы он находился у нас сверху. Вот так. Добавили еще клей. И теперь следующий элемент, который мы крепим, это у нас будет красный мех. Его можно взять немножечко поменьше. Можно даже и поменять, взять брюшко, сделать белым. Возьмем пучочек тогда вот такой белого меха. Также убираем подшерсток, подравниваем, убираем поломанные волоски. Переворачиваем. И как черный мех, так мы крепим наш белый. Следим за тем, чтобы другой мех не попал к нам. Вот так закрепили. Хорошо. Да, промажем клеем. И окончательно теперь закрепим наш мех. Аккуратненько, аккуратно, так, чтобы нить не утянула у нас мех. Подровняем возле глазок. Вот так. И теперь в таком положении мы берем, добавляем с вами утолщение перед глазками, формируем дабинговую нить. Не имеет значения, с какого меха, можем с этого же подшерстка, который мы вытащили, белый вот у нас. Черный с персиковым. Все добавляем здесь. Делаем утолщение так, как вязали мы кальмарчика. Вот так. Следим за тем, чтобы мех не попал. Вот так промотали.
И теперь мы нить переводим с вами за глазки. Вот где-то приблизительно в район, где середина у нас расстояния. И теперь мы берем наши пряди и аккуратно начинаем выравнивать по стримеру. Зеленый по краям, черный сверху. Вот так. Белый снизу. Подровняли. Посмотрели, чтобы было аккуратненько. Вот где-то так. Теперь мы освобождаем наши глазки слева и справа. И делаем сразу завершающий узел. Еще раз посмотрели, все ли нас устраивает. Устраивает все. И прихватываем. Посмотрели. Посмотрели. Вот где-то так еще можно подправить зеленый наш мех. У нас получилась мушка. Теперь в этом месте мы делаем завершающий узел. Предварительно смажем клеем нашу нить, и остается нам всего лишь завершить головку. Промотали, сделали завершающий узел. Нить крепим теперь возле колечка. И я ее подкрашиваю красный цвет. Так, вот достаточно. Также здесь наношу немножко клея и делаю завершающий узел.
Вот так. Почешем ее немножечко. И наша мушка готова к бою. Желаю вам удачи, до новых встреч!